Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я к вам опять вот с таким вот узорчиком. Узор очень красивый, вот так он выглядит с лицевой стороны, вот так вот с изнанки. Раппорт узора составляет 13 петелек плюс 2 кромочные в высоту 14 рядов. Вяжется очень просто и очень быстро. Перед тем, как мы начнем вязать этот узор, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Итак, первые 4 ряда узора нам нужно провязать лицевыми петельками. Вот я как бы их уже провязала. Вот получилось 2 рядочка платочной вязки. И вязание мы сейчас начнем сразу же с 5 ряда. Кромочную петельку мы снимаем. Дальше мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Для этого первую петельку снимаем, вторую провязываем изнаночной, лицевой, и набрасываем на нее снятую петельку. Вот у нас получился наклон влево. Дальше мы вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, лицевая, накид, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 2 петельки вместе с наклоном вправо. Для этого вот просто за передние стенки 2 вместе провязываю лицевой. Вот мы связали раппорт 5 ряда. Давайте его повторим. 2 петельки вместе с наклоном влево. Дальше 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 2 петельки вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная петелька кромочная. 6 ряд мы будем провязывать изнаночными петельками. Я вам его показывать не буду, провяжем и самостоятельно. Теперь свяжем раппорт 7 ряда. Первый раппортик я провязала. Давайте начнем со второго. Чтобы видео не затягивать сильно, буду провязывать первый, вам показывать просто один раппорт узора. Смотрите, 2 петельки вместе с наклоном влево, 3 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 3 лицевых и 2 петельки с наклоном вправо и кромочная петелька. Это был раппорт 7 ряда. 8 ряд вяжем изнаночными петельками. Вяжем раппорт 9 ряда. 2 петельки вместе с наклоном влево. Дальше 2 лицевых. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Накид. 2 вместе с наклоном влево. Накид. 2 лицевых и 2 вместе с наклоном вправо и кромочная петелька. 10 ряд, он вяжется лицевыми петельками. Вяжем 11 ряд. 2 петельки вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе петельки с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево, накид, лицевая и 2 петельки вместе с наклоном вправо, кромочная петелька. 12 ряд вяжем изнаночными. Вяжем раппорт 13 ряда. 2 петельки вместе с наклоном влево, накид, 2 петельки вместе с наклоном вправо, накид, опять 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петельки вместе с наклоном влево, накид, опять 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе с наклоном вправо, кромочная петелька. 14 ряд вяжем изнаночными. Провязала 14 ряд, он был заключительным в раппорте этого узора. Называется он, кстати, я вам не сказала, ажурный треугольник. Посмотрите, как красиво получается. Допустим, если из него связать палантин, ну так вот, да, шире пойдет. Будет очень красивый конец у него, и начало, и конец будет красивый. Это такой
летние-весенние узоры. И теперь для тех, кто досмотрел до конца, небольшой от меня бонус. А бонус этот заключается вот в этой схеме. Вы спокойно можете заскринить ее и пользоваться с удовольствием. Надеюсь, было вам полезно. Видео вам понравилось. Не жалейте, поставьте пальчик вверх. Не забудьте также подписаться на канал. Всем пока!